О рыбаке и его жене. По мотивам сказки «Братьев Гримм». Фабиан Бусх, Катарина Щютлер, Петер Хенрих Брикс, Рудольф Ковальски, Патрик Хейн, Катрин Штрайберг, Леандр Лихти, Александр Зимон, и Ян Феддер в роли Камбалы. Сценарий Дитера и Леони Бонгардс. С добрым утром, жена. С добрым утром. Давай я сделаю чай. Я взял, что нужно. Море спокойное, и я наловлю много рыбы. А вечером я сварю рыбный суп. Я счастливейший человек на свете. Композитор Петер В. Шмидт. Монтаж Мартина Раннера. Оператор Феликс Крамер. Продюсеры Торштен Фласнёкер и Элке Рид. Режиссер Кристиан Тедде. Погоди. Поймал тебя. Ты... Камбала. Послушай, рыбак. Умоляю тебя. Умоляю тебя, пощади. Умоляю тебя, пощади. Я вовсе не Камбала, я заколдованный принц. Заколдованный принц? О, боже. Пощади меня, рыбак. Ну зачем меня убивать? Все равно я невкусный. Отпусти меня в море, позволь уплыть. Можешь не унижаться. Разумеется, я отпущу говорящую Камбалу. Ты что, ничего не поймал? Одну Камбалу. А почему в супе ее нет? Она была вот такая. Но главное, она говорила. Что? Рыба говорила? И что сказала? Он сказал. Милый рыбак, умоляю, отпусти меня. Я все равно невкусный. Отпусти меня? А еще? Что еще он сказал? Еще было что-то. Сказал, что он заколдованный принц. Я его и отпустил. И даже не пожелал ничего. А чего же мне желать? У меня все есть. Ты спас ему жизнь.
мог бы пожелать нам уютный домик. Разве ты не хочешь домик? Будет двор, будут куры и утки. И сад с овощами и фруктами. Как бы нам жилось там? Мы ведь всегда с тобой о таком мечтали. Да, ты права. Но знаешь, мне и наша лачуга нравится. А будь у нас домик, мы смогли бы приглашать друзей. Было бы столько места. И дети. Какие дети? Наши дети. Мы завели бы детей, и у них был бы хороший дом. Ну же, ступай назад. Камбала нам поможет. Рыба, рыбка, рыбинка. Ты морская камбала. С просьбой к тебе жена против воли шлет меня. Чего же ей надобно? Камбала, я поймал тебя. Жена говорит, мне стоило чего-нибудь попросить. Скажем, домик. Да. Она хочет домик. Устала жить в лачуге. Если домик это слишком, ступай. Домик так домик. Спасибо. Заходи. Ильзебиль. Это наш домик? Наш домик. Хайн! Теперь все наладится. Пойдем покажу сад. Стой. Пусть так будет всегда. Что еще нужно для счастья? Я подумаю. Просто непрекрасные. Знаешь, чего мне не хватает? И чего же? Чего тебе не хватает? Ты вроде вчера говорила о детях. О детях? Разве? Кажется, придется рыбе подождать. Класс! С добрым утром!
Уже закончил рыбачить? Чего время терять? Рыба не клюет, и море все желтое с зеленым. Желтое с зеленым? Надо же. Что это значит? Что слышал? Может быть, это камбала? Что ты сказал? Ничего. Как знаешь, бывай. Бывай. На берегу я встретила кита. Просил он его поймать. Как же я могу схватить кита, если руки так малы? Камбала, Камбала, это все ты. Кит уплыл, выпустив в воздух фонтан воды. Его песня отзывалась среди волн. Я все еще слышу ее. Это тебе. Мне за нее не заплатить. И не надо, дарю. Даришь? Глядите, дети. Хайн принес нам рыбу. Спасибо. Ты бы сделал то же самое, если бы много наловил. Сделал бы. Правда? Конечно. Благослови тебя Бог, Хайн. Ты замечательный друг. Угощайтесь. Ну-ка, дети, все в дом. Спасибо, Хайн. Спасибо. Хайн, наконец-то. Я скучала. Ильзабель, гляди, сколько наловил. Ты прекрасна. Хайн, мне так плохо. Отчего же? Этот дом. Хочешь обратно в нашу лачугу? Да нет же. Этот домик совсем крохотный. Двор и сад тоже маленькие. Камбале ничего не стоит сделать побольше. Я хотела бы жить в большом каменном дворце. Попроси у Камбалы дворец. Ильзабель, домика достаточно. Здесь же все есть. Зачем нам дворец? Я так хочу. Ступай. Камбала может и хочет подарить нам больше. Мне и тебе, любимый.
Рыба, рыбка, рыбинка. Ты морская камбала. С просьбой к тебе жена против воли шлет меня. И чего же ей надобно? Ох, Камбала. Она хочет жить во дворце. Ступай. Дворец так дворец. Ильзабиль. Надо же, какая ты красивая. Идем, любимый. Тут пол скользкий. Это же не глина, все очень гладкое. Погляди, обои, картины, стулья. Все мое. Твое? Наше, конечно. Эй. Спасибо. Хотя это лишнее. Меня зовут Хайн. А вас? Он глухой? Хайн, это наши слуги. Им положено прислуживать. Мне нехорошо. Принесите сладкого. И что же нам делать весь день? Что хотим? Во дворцах так живут. Одни работают, другие наслаждаются. За эту щедрость нам стоит поблагодарить Камбалу. Благодарить? Да это он должен быть благодарен. Мы подарили ему жизнь. В таком прекрасном замке нам всего будет достаточно. Я подумаю. Утро вечера мудренее. Вечером будут гости, не опаздывай, Хайн. Ты позвала Класса с семьей? Здорово. Класса? Ваша удочка, сэр. Поторопись. Я приготовлю рыбный суп и отпразднуем наше счастье. Удачной рыбалки. Спасибо. Мадам, не желаете ли взглянуть на приготовленный десерт? Коржи Ильзебиль, крем де Хайн, бланманже де Пешур. Прекрасно, друг мой. И мой рыбный супчик. Суп де Бланшон. Он уже на плите, и в нем все лучшие дары моря. Вы совершенно правы. Соседям понравится. Несомненно. Еще что-то? Мелочь, пустяк, но... Ну что там, Йохан? Вы должны... Что? Перестать. Перестать что? Вести себя как жена рыбака. Ожидайте здесь, дорогие гости. Йохан, ну где ты, друг мой? Прошу вас, мадам, не нужно называть меня Йохан, и тем более мой друг. Говорите, слуга или лакей? Поняла. Мы с мужем... С супругом. Мы с супругом теперь станем благороднейшей из семей, уважаемой парой. Вам ясно, слуга? Предельно.
Где же мой муж? Скоро будут гости, а муж... Супруг. Где он? Мадам. Слуга игристая достаточно охладилась? Да, мадам. И все же оно тепловато, слуга. Выставьте его наружу ненадолго, хорошо? Сию минуту. Жена, выглядишь как высокородная, уж говоришь. Спасибо, дружище. Не говори ему, дружище, и сними эти лохмотья. Лохмотья — это лучшая рубашка. Сними ее. Мы теперь господа. Наша с тобой обязанность — представлять то, что мы есть. Значит, мы будем представлять. Чудно. Я буду представлять рыбака. Ведь я рыбак. Хайн, ты что, не понимаешь? У нас теперь новая жизнь. Мы должны... Его светлость — граф Лаузенбург с супругой Йолиндой. Графиня. Граф. Новые соседи. Я рад. Добро пожаловать. Спасибо за приглашение. Давай же. Здрасте. Добрый день, мсье. Ну да, вам того же. А вы свеженький? Наш новый сосед – весельчак. Я свеж, как рыба, но не пахну. Этот суп всегда придает мне сил. Тост. За твой рыбный суп и за тебя, милая Ильзебиль. На целом берегу нет ничего лучше тебя и твоего супа. Да уж, как ты ни крутись, а зад всегда сзади. Простите, Ильзебиль, но мы хотели бы знать, в каком статусе вы находитесь? Что? Стату... Стать? Женская у нее стать. Она же женщина. Этот рыбак. Я спрашивала о социальном статусе. Ваши предки, история рода. Мы всегда жили на берегу. Море мы любим, как самих себя. Мой супруг хочет сказать, что мы происходим из знатных и древних родов. Но не из этих земель. Дальше, к западу. Значит, ваш род из Франции. Полагаю, вы с супругом Парвеню. Парвеню – значит выскочка, безродный. Все верно, граф. Мы не родились на горе золота, как некоторые эгоисты. Вы и собирались идти, граф. Доброй ночи. Туржур. Да, слышали, что жена сказала? Вон! Вон, сейчас же, оба! Ты была великолепна, моя милая Ильзебиль. Что тут великолепного? Мы им не ровня. Но это же хорошо, родная. Мы не как они, мы рыбаки. Они не посмеют больше надо мной смеяться. Да пускай смеются, Ильзебиль. Погляди, как замечательно мы зажили. А с детьми мы будем счастливее всех на свете. И плевать на всех этих графов и баронов. Я подумаю.
Проснись и погляди в окно. Видишь? Мы ведь можем править всей страной. Ступай к Камбале, ты станешь королем. Но зачем нам править? Я не хочу быть королем. Ты не хочешь, значит, буду я. Но я не хочу просить Камбалу сделать тебя королем. Почему? Ступай скорей. Я буду королем. Надо мной не посмеют смеяться. Неладное что-то. Неладное. Ну и вонь. Рыба, рыбка, рыбинка. Ты морская Камбала. С просьбой к тебе жена... Против воли шлет меня. Да. Ну, и чего же ей надобно? Ох, Камбала, она хочет быть королем. Ступай, королем так королем. На берегу я встретила кита. Просил он его поймать. Как же я могу схватить кита, если руки так малы? Да здравствует наш король Ильзебиль! Да здравствует Ильзебиль, наш король! Нам не надобно иного короля! Король говорит... Что? Я? Ваше Величество, нам не терпится услышать ваши слова. Отлично! А что говорить-то? Что пожелаете, вы ведь король. Так, я король. Я король. Сперва... Для начала... Запрещаю всем рыбакам ловить камбалу и прочих плоских рыб. Ваше Величество не имеет на это права. Кто поймает хоть одну камбалу, или же посмеет камбалу убить... Или же станет торговать камбалой и плоской рыбиной. Познает жестокий, но справедливый суд короля Ильзебиль. Да здравствует Ильзебиль, наш король! Нам не надобно иного короля! Ура! Слава Ильзебиль!
плохо, это кончится плохо. Здравствуйте. Приятель, я принес тебе рыбу. Класс. Кто-то заболел? Меньшой кашляет. На море такая вонь, но рыбка клюет. Нет, Хайн, ты не можешь нас вечно кормить. Я сам хочу содержать их, понимаешь? Ты сделал, что мог. Не держи зла. Корона маленькая. Слишком маленькая, я бы сказала. Как скажете, Ваше Величество, маленькая. Однако, должен сказать, короны не могут быть больше. Приказ императора. Корона короля должна быть меньше императорской, ведь император только один. Ясно. Кроме того, восьмой параграф седьмого свода немецкого дворянства... Ильзебиль! Вы не видели мою жену? Лишь император может решать подобные вопросы. Что хочет сказать этот зануда? Ваше Величество не вправе запрещать или разрешать ловлю камбалы. Неужели? Император, император, император. Слышать больше не желаю. Да где она? Вернулся, наконец. Да. Да. Вот и я. А ты... Ты король? Да, я король. Я рад видеть тебя королем. Теперь-то желать уже нечего. Мне все указывают, что делать. Я так не могу. Хватит, Ильзебиль, пора остановиться. Море, оно воняет. Все наперекосяк. Это рыба. У детей класса какой-то кашель. Хватит. Что за бессвязная чепуха? Это правда. Снаружи все рушится. Мы теряем самое дорогое. Мы все теряем. Даже нас самих. Мы не теряем. Мы обретаем. Мы обретаем все. Подойди. Давай же. Это невыносимо. Ступай к камбале. Я король, но буду императором. Ильзебиль. Я больше не могу просить... Замолчи! Нельзя просить такое. Император всего один. Камбала просто не сможет сделать им тебя. И не хочу я больше... Я король, а ты только мой муж! Ты пойдешь к нему. Сейчас же. Значит, я только твой муж? Именно. Всего лишь муж. А я король. Раз Камбала сделала меня королем, то и императором сделает. Ступай же. Thank you.
плохо это кончится. Император, это уже слишком. Рыба, рыбка, рыбинка! Ты морская камбала! С просьбой к тебе, жена, против воли шлет меня! Ну? И чего же ей надобно? Ох, камбала! Хочет быть императором! Ступай! Императором так императором! Класс! Класс, есть разговор. Вы что, уезжаете? Да, уезжаем. Куда же? Куда-нибудь подальше отсюда. Класс, так нельзя. Ты не можешь меня здесь бросить. Это я виноват. Что это ты несешь? Нет, ты здесь ни при чем. При чем? Еще как при чем? Да брось, не выдумывай. Для нас, Гретхен, и детей, ты останешься славным малым. Нет, класс. Это не так. Прощай, Хайн. Бель сидит на берегу, светла и прекрасна, светла и прекрасна. На заре видно сияние тысячи ее жемчугов, тысяч жемчугов. О нет, о нет, что за всадники маячат на горизонте? Eine Reiterschar, da schwenken sie die Fähnlein bunt und jauchzen unseren Herrn. Да здравствует император Ильзибиль, северная звезда, северная звезда. Благодарю, славная песня. Император Ильзибиль ни перед кем не склонится, ведь я могущественнее всех на севере. Вы, император Ильзибиль, могущественнее всех на севере. Да будет долгим ваше правление. Епископ, скажите теперь, что же творится, скажем... Далеко на юге Баварских гор, государь? На зеленых западных равнинах или необъятных степях Востока? Точно. Что происходит там? Там, император Ильзибиль, вы всех затмеваете. Вы всемогущий. Ясно. Приятно слышать. Значит, император Ильзибиль управляет всем миром. Всем миром, император Ильзибиль. За исключением соборов, церквей и душ людских. Жаль, жаль. Так и есть. Что? Рыбак Хайн, вставай. Тебя хочет видеть император. Живей. Не заставляй императора ждать. Ваша милость, рыбак Хайн. Повежливее с моим мужем, которого я люблю больше, чем кого-либо на свете. Ильзибиль.
Ты теперь император? Да. Я император. Но? Жена, я рад видеть тебя императором. Ну что? Что ты стал? Я император, но буду папой. Ступай к Камбале. Ильзабель. Муж, я хочу быть папой. Я стану им сегодня же. Нет. Нет. Я не пойду. Ты сказал нет? Нет! Ну зачем тебе быть папой? Зачем? Во всем мире папа лишь один. Камбала такого не может. Я не пойду к Камбале. Это плохо кончится. Хватит. Что за бред? Слышать этого не желаю. Ты идешь к нему. Я император, а ты только мой муж. Ступай же. Рыбка, рыбинка, ты морская Камбала. С просьбой к тебе жена против воли шлет меня. Ну, и чего же ей надобно? Ох, Камбала, хочет быть папой. Ступай. Папой так папой. Помоги нам, Святой Отец. Господь гневается. Наслал Он бурю и упадок. А где папа? Мы все ждем Его Святейшества. Он скоро явится, благословит и освободит нас. Также пусть лучше себя освободит. Вы мерзнете. Возьмите куртку. И дайте плащ. Не так туго, сын мой. Папе трудно дышать. Ваше Святейшество. Кто ты? Овца из моей паствы? Как ты сюда попал? Не узнаете меня? Откуда же?
Я жил у моря в старой лачуге с любимой женой, рыбачил. Мы были счастливы. Но она исчезла, а лачуга разрушилась. И я один. Совсем один. С тобой, Господь. На все Его воля. Нищета и одиночество не порок. Они лишь делают нас сильнее, сын мой. Что еще? Ваше святейшество, могу я надеяться, что жена вернется ко мне? Ты должен молиться, рыбак. Быть может, Господь и услышит тебя однажды. Услышит однажды? Долго ждать. Нельзя ли побыстрее? Не смей так говорить с папой. Не бывает так, чтобы желания исполнялись сразу. Добра это не приносит. Да, ваше святейшество. Добра это не приносит. Даже главному человеку в церкви. Стой! Ну, нет. Стой! Рыбак! Рыбак, вернись! Это был ты, Хайн. Да. Я Эльзабель. А ты? Ты теперь папа? Да. Я папа. Жена, я рад тебя видеть папой. Теперь ты довольна? Ты папа, и больше уже никем не можешь стать. Я подумаю. Каин? Да, Эльзабель. Ваше святейшество. Закрой глаза. Тебе нельзя видеть папу без сутаны. Ну, все. Ты такая красивая. Правда? Да. Мне не нравятся эти одежды. Такие тяжелые, в них трудно дышать. И ладан. И это митра. Это невыносимо. Для меня тоже.
Может. Может. С ума сошел? Я же папа. Доброй ночи. Доброй ночи, ваше святейшество. Солнце и луна вставали бы по моей воле. Хайн, просыпайся. Проснись. Ступай к Камбале. Я хочу быть Богом. Что? Что ты сказала? Муж, солнце и луна вставали бы по моей воле. Я хочу увидеть, как они встают одновременно. Сейчас же. Я не смогу спокойно жить, пока они не поднимутся по моему велению. Ты идешь к нему. Я хочу быть Богом. Жена, умоляю тебя, Камбала такого не может. Папа, ладно, но не глупи, останься папой. Я не могу больше сносить этого. Я задыхаюсь, умираю. Ильзабель, успокойся. Иди сейчас же. Рыба, рыбка, рыбинка, ты морская Камбала. С просьбой к тебе жена против воли шлет меня. Да. Ну, и чего же ей надобно? Ох, Камбала, она хочет быть Богом. Ступай. Она сидит в старой лачуге.
Хайн. Ильзабель! Хайн! Жена моя, ты снова моя Ильзабель? Да, я твоя Ильзабель. Ты прекрасней всех, когда ты Ильзабель. Хайн, что я наделала? Мы все потеряли. Есть мы сами. Никогда больше не оставляй меня. Обещай. Обещаю, но... Ты обещай тоже. С радостью. Ну? Что ты поймал? Камбалу? Мне нехорошо. И рыбного супа не хочу. Нет? А чего ты хочешь? А еще в последнее время у меня аппетит разыгрался. Хочу селедки. Селедки? А соленых огурцов? Ты понял, Хайн? У меня есть желание. Только не это. Желаю счастья нашему ребенку, а нам всегда быть вместе. Неважно, в лачуге или во дворце. Это послужит нам уроком. Уроком? Вот еще. Я подумаю. Конец. Фильм переведен и озвучен компанией «Игмар».